Яна Баймагамбетова незаконно находится в тюрьме, встречает свой второй день рождения под арестом. Несмотря на давление со стороны режима, она стойко борется. Диана убеждена, что мы точно победим диктатуру Назарбаева и построим крутую страну. Демократический Казахстан, где высшими ценностями действительно будет являться человек, его жизнь, права и свободы. Всех хочу поблагодарить за поздравления с днем моего рождения, за вашу поддержку, молитвы, за теплые слова, за пожелания. Все принимаю. И я также хочу поблагодарить свою маму за то, что она дала мне жизнь в этот день. И всем моим родным спасибо. В трудной ситуации также находится гражданский активист Жанат Джамалиев. Он продолжает строительство дома для своей семьи. Каждые выходные к нему на помощь выезжают соратники из ближайших городов. Дом на стадии завершения, и от нас многое зависит. Успеют ли до холодов дети и отважная, преданная, любящая супруга Асель справить новоселье? Когда Жанат оказался в такой трудной жизненной ситуации, гражданские активисты решили объявить асар и до наступления холодов призывают всех неравнодушных казахстанцев помочь достроить дом. Эти люди борются за нашу с вами свободу и за будущее наших детей. Поэтому очень важно регулярно оказывать помощь гражданским активистам. Благодаря поддержке неравнодушных казахстанцев, наши гражданские активисты с каждым днем становятся все сильнее и еще больше убеждаются в том, что мы на правильном пути. И наша задача – усиленно поддерживать наших сегодняшних героев. Призываем вас оказать финансовую поддержку нашим политзаключенным. Эти средства пойдут на покупку строительных материалов, чтобы закончить строительство в срок, до холодов.